Телефон очень простой, 8 800 5 100 500. Здесь вы получите любую информацию, связанную в том числе с ковидной инфекцией. Можно записаться на прием, можно записаться на проведение прививки. Хочу сказать, что больница скорой медицинской помощи на сегодняшний день – это единственный прививочный пункт в городе Ангарске. И мы получили достаточное количество вакцины для того, чтобы прививать. И сейчас каждый желающий может обратиться вот по этому телефону, записаться, и вам назначат точное время, когда нужно прийти для прививки. Прививочная кампания разворачивается, ожидается еще большее поступление доз вакцин. Я говорю о том, что это вакцина ГАМ-КОВИД-ВАК Института Гамалеи. Рекомендую жителям Ангарского городского округа пройти эту процедуру. Я в числе первых привился, не имел никаких побочных явлений. Не надо бояться, это комбинированная вакцина, она не носит живых организмов, возбудителей. Это фрагменты белка, которые при воздействии, при попадании в организм человека продуцируют выработку антител. По возрасту ограничений на сегодняшний день тоже нет. Все зависит от осмотра врачом, от наличия показаний или противопоказаний. Если человек переболел даже коронавирусной инфекцией, через некоторое время у него уровень иммунитета по отношению к этой инфекции снижается, и через 4 месяца прививку можно делать.